Заменив главную пару в переднем мосту, мне предстоит сделать то же самое с задком. Почему? Потому как троечную пару я не надыбал в своем городе и пришлось ставить с 21.01, а пары на мостах должны быть одинаковые. Да это в принципе и не против как бы, с моей эксплуатацией копеечка мне вполне подходит. Пару, как деталь, я менять не буду сзади. Мне подкинули редуктор в сборе, в довольно-таки солнечном состоянии. Я сразу искал либо пару на передок, либо пару пар, ибо знал, какие редуктора у меня стоят. А что делать, если машина попала вам в руки без такой информации? А вам надо узнать, какой номер установлен. В интернете есть куча видео, лайфхаков по этому вопросу. Ну, по типу там домкратим, рисуем метки на кардане, крутим колесо там 36 или там 28 раз, считаем, сколько раз прокрутился кардан, умножаем там на свой день рождения, делим на количество зубов мопса и там получаем цифры. Я-то не против на самом деле, это работает, но нафига так усложнять? Если маркировка ведомой шестерни видна в отверстии сливном заднего моста.